Звездопад на листопаде. На этой неделе в Минске стартует 24-й международный кинофестиваль. Уже известно, что красную дорожку открытия своим присутствием украсят лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», народный артист России Владимир Меньшов и советская актриса Александра Яковлева. На хедлайнер фестиваля фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова проданы практически все билеты. Особым интересом пользуется нововведение этого года – абонементы. В рамках неконкурсных показов это призеры многочисленных кинофестивалей. И Каннский, и Берлинский, и фестиваль в Локарно. Много фильмов, которые привлекут внимание тех, кто любит звезд. Изабель Юппер, картина «Мадам Хайд». Это, в общем-то, премьерный показ на вот таком нашем постсоветском пространстве. Картина только в марте выйдет в мировой прокат. С каждым годом количество зрителей, и мы надеемся, поклонников документального кино увеличивается. И поэтому мы в этом году собирали такие разнообразные программы на, если не на все вкусы, то на разные вкусы. При подготовке программы кинофестиваля организаторы отсмотрели более 500 картин. Среди работ, которые увидит белорусский зритель, 13 лент, вошедших в лонлист премии «Оскар». Всего «Листопад» примет 164 фильма из 55 стран. В этом году в Минском кинофестивале дебютирует «Албания».